хочу сказать, что, конечно, как президент общества нитевых технологий, я хочу сказать, что не бывает хороших или плохих нитей, и у каждой нити есть свои неоспоримые плюсы или минусы. Если говорить о спринг-тредах, то есть достаточно большая линейка, ну, скажем так, много положительных моментов, которые мы можем использовать. Первое, самое главное, это то, что нить эластичная. Это очень хорошо, и это расширяет наши возможности использования это в тех зонах, которые являются подвижными. То есть это щеки, шея. Это первый момент. Второй момент, то, что у нитей достаточно большое количество, по сравнению со многими другими нитями, элементов для поднятия и удержания мягких тканей. То есть степень сцепления с тканями значительно выше, чем у многих других нитей. И это позволяет нам получать более сильные результаты и, соответственно, более пролонгированные по времени. Потому что нить имеет некоторый процент, 25% растяжимости, эта нить практически не контурирует на лице. То есть, понятное дело, что есть период реабилитации. Да, если мы посмотрим какие-то отзывы, то человек может сказать, да, мне поставили нить, и она у меня контурировала. Сколько? Неделю. Ну, неделя нить контурирует, и потом 3 или 5 или 7 лет эффект от нити, а такие результаты есть. Ну, конечно, это не, мы не говорим о том, что это какой-то маломальский минус.